Держите ухо востро. Служба информации и безопасности предупреждает о все более распространенном виде мошенничества, так называемом смишинге. Злоумышленники присылают СМС-сообщения, предваряясь работниками различных учреждений, знакомыми абонента или сообщают о крупном выигрыше и просят сообщить им личные данные. Часто в таких сообщениях содержатся ссылки, но переходить по ним опасно. СТИП призывает не принимать поспешных решений, связываться с учреждениями только по официальным номерам и блокировать подозрительных абонентов.